Держим, прихватывая вот эти металлические края. Очень аккуратно. Вот видите, пошла крышка отгибаться вверх. Если у нас провернется, короче, поняли, да, бумага, то мы распорим себе ладонь. В очень неприятном месте вот здесь. Вот, собственно, до конца не дорезаем. Сантиметра 2-3 можем, в принципе, спокойно вставлять. Но чем меньше будет, конечно, вот здесь расстояние, тем удобнее будет добираться до, как бы, пищи. Вот, собственно, и все. Еще хочу отметить некоторый нюанс этой открывашки древней. Добавим нежный горошек.